А мужчины же не знают, да, что он цветы поливать? Конечно, нет. Они вообще не понимают, что это надо делать. Это капец. Я как-то на работе долго мне не было, типа, и я попросила, написала коллеге, я говорю, можешь, пожалуйста, полить мою фиалочку? Ну вот смысленно? Наконец-то уже. Вот он так ответил, он говорит, ну смысленно. Я говорю, а что такого? Ну она сухая. Засохнет же. Кошмар, ну, они реально не понимают намеков. Я им, ну, это же был намек. Сходил и полил. Да? Он приходит, она как никакой фиалки на столе нет. Она так ему и пишет, нужен распылитель, приезжай. А что такого? Все флиртуют как могут.